8 сельских хакимов оштрафовали в области ЖТСУ за приписки поголовья скота в частных хозяйствах. Фиктивные цифры должны были повлиять на увеличение пастбищных площадей. В итоге оказалось, что для выпаса скота необходимо дополнительно больше 70 тысяч гектаров. Сотрудники прокуратуры заинтересовались нестыковками в отчетах местных хакиматов. Сейчас по результатам проверок планы по управлению пастбищами в сельских округах Кербулакского района будут пересмотрены. Завышена нехватка пастбищных земель. На тот момент было 215 тысяч гектар. По нашим подсчетам, где-то на 75 тысяч гектар они завысили реальную потребность пастбищных земель.